Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про фиалочку Ле Соня. Это полуминиатюрная фиалочка селекции Лены Лебедской. Описание: белые анютки с четкой выраженной коралловой каймой. Вот, смотрите, какая она полумини. Вот она цвела в жару. Я слышала, что товарищ спортивный, у кого-то она спортила, но на мое счастье у меня она не спортит. И еще что хочу рассказать об этой фиалочке. Меня спрашивали мои зрители что-то интересное о названиях, как вот кто придумывает что-то об истории там названия фиалки, как вот называют, в честь чего, в честь кого, да. Ну вот про эту фиалочку я вам могу четко рассказать. Потому что эта фиалочка, Елена Лебедская, когда ездила в Москву на выставке, презентовала сорта, тоже рассказывала эту историю. То есть эта фиалочка названа в честь моей крыски. Вот, Соня у меня была крыска беленькая. Вот, вот как бы, а вот это вот сама виновница этого названия. Леночка, когда приезжала, это моя близкая подруга, она приезжала, когда к нам на выставке в Киев, она всегда останавливалась у меня дома. Вот. И хотя она заядлая кошатница, у нее очень много кошек дома, вот, но крыс она тоже любит. И Соньку она полюбила очень сильно, потому что она с ней игралась, она спала в той комнате, где жила эта Сонечка. Вот. И Соня к ней ночью приходила там и спала возле нее. То есть, и вот она влюбилась в эту крыску. И когда у нее вот эта появилась фиалочка, она, говорит, такая нежная, говорит, ну прям, говорит, на Соньку похожа, на твою. Говорит, поэтому будет, говорит, фиалочка в честь, говорит, твоей крысы, Ле Соня. То есть вот эта вот история, название этого сорта. Фиалочка не капризная, очень хорошо растет. Посмотрите, какие у нее красивые листики. Вот, пестролистность кроновая. Но вы знаете, что кроновая пестролистность появляется только на молодых растениях. А когда растение взрослое, она постепенно вот уходит, видите, уже нету. Но потом она опять появится. То есть она сначала то появляется, то исчезает эта кроновая пестролистность. Вот такие вот анюточки. Вот это цветение, кстати, в жару. То есть закладывала она цветочки. Смотрите, тут разные такие эти. Ну, фиалочка не капризная, очень красивая. Вот, советую всем вам ее в коллекции держать. Кто любит миниатюры, полумини. Это полумини. Ну, я уже рассказывала, может, еще потом сниму видео, как я выращиваю полумини. А, нет, я еще не рассказывала. Значит, вот тема для следующего эфира будет. Как я выращиваю полумини. Вот такая вот фиалочка. Красивая. В честь моей Сонечки. Вот так вот. А вам всем классного цветения. Пусть ваши растения тоже цветут, не болеют, радуют вас. Подписывайтесь на канал, лайкайте, пишите комментарии. И я жду от вас вопросы, какие, может, какие-то вы хотите, чтобы я осветила. Вот, все, пока, до новых встреч. Пока-пока.